Всем привет, вы на канале GameDop, это сервак Pentalar 2.5. Я расскажу про одну команду, про которую, возможно, вы не знали. Тем более, если вы играли на серваке 2.0 и там еще делали донат, для вас эта команда будет очень полезная. Ой, куда-то уже побежали, я даже не успел видео дописать. Думал, пока стоим, запишу видео. Короче, эта команда .cashback. Было обновление, не помню какого числа, если что, я потом здесь допишу-ка сверху. И после этого обновления в игру можно зайти при помощи своего старого аккаунта. Тот аккаунт, который вы использовали на Pentawar 2.0. Аккаунт не нужно добавлять в личном кабинете. Просто вы заходите на его, на том аккаунте, на котором вы играли. И если вы на нем донатили, прописывайте команду .cashback. И вам возвращают 10% от того доната, сколько вы донатили на прошлой версии игры. Так, сейчас зайду сюда, буду флаг бить и это, буду дальше рассказывать. Хотя уже все основное рассказал. Так, давайте, наверное, повторю, потому что что-то когда бегаешь за таким-то, немножко мысля сбивается, я уже забыл, что говорил. Вот мы зашли в старый аккаунт, создали любого героя там и пишем кэшбэк. И нам возвращают 10%, как я уже сказал, это буталлеры. У вас примерно вот такое сообщение появится. Сейчас я его тоже на экран выведу. После получения талеров запускаем вторым окном своего основного героя. Просто через таргет передаем талеры и все, вуаля, мы получили на халяву талеры. Спасибо этим талерам, я их получил, я их продал. И спасибо этому я вот себе вчера купил вот этот лук. Это топ Т3 желтый. Я даже его точнул на плюс 4. Вот так вот. Видео получается очень маленькое, чтобы его как-то растянуть, я расскажу еще про одну команду. Это .boost. Эту команду уже давным-давно добавили. Когда вы прописываете .boost, ваши профессии, так вот эти вот профессии, алхимия и начертание, они автоматом получают 5 уровень. Вы сразу получаете по 2 желтых этих рабочих. Потом можно сразу, если у вас деньги есть, сделать этого фиолетового рабочего и делать обалденные банки и делать обалденные свитки. Вот на этом и все, что я хотел вам рассказать в этом видео. Всем спасибо за внимание. Кому это видео было хоть чем-то полезным или интересным, ставим палец вверх. Всем пока. Бабах!